вечно взрыв. Открываем школы диаграмма, чтобы преподать урок. В школе юных театралов вы узнаете немало. Все запомните, вы честно и театрами, чудесный вам стоит, откроет дверь. Эти правила однажды для себя запомнит каждый, чтобы стать чуть-чуть добрее. Здравствуйте, ребята! Привет всем, ребята! А? Чего? Чего? Что? Не слышу! Кто это у нас тут собрался? Куда это вы все пришли? На сказку, да? Да! Театр? Да! А не будет вам сегодня никакой сказки? Как это? Почему? Потому что мы сегодня с утра на спектакль не попали. Значит, и вы все не попадете. Попадем. Мы заколовали двери в зрительный зал, и сказка не начнется. Вот так. Действительно, двери в зал закрыты. Но как же мы с ребятами туда попадем? Ребята, вы хотите на сказку? Да. Если вы возьмете нас с собой. Ну уж нет, мы с такими культурными театрами не пойдем. Так еще почему? Вы даже не поздоровались. Нет. И билета у вас. Зачем нам билет? Да вы даже не знаете, как себя вести в театр. Что тут знаете-то? А вы, ребята, знаете? Да. А давайте с вами научимся правилам нашего театра. Различают жизни правила разные, есть простые, потруднее и сложные, и одно из них звучит: не опаздывай, в этом нету ничего невозможного. И одно из них звучит: не опаздывай, в этом нету ничего невозможного. Опоздание — штука очень опасная, предостеречь нам вас очень хочется. Если будете вы очень опаздывать, то спектакль может просто закончиться. Если будете вы очень опаздывать, то спектакль может просто закончиться. А мы любим опаздывать, потому что я люблю лазить по деревьям и валяться в траве. Но ты же будешь грязный и мокрый, да. И билеты твои запачкаются. А, билеты, билеты. Что еще за билеты? Да это же самый важный документ, чтобы пройти в театр. И если ты собрался в путь, закрывай от двери. Очень просим не забудь, ты билет проверь. Этот важный документ приеди на вход. На спектакль проводят, если ты забыл билет, то в театр входа нет. Билет! Я покажу его на входе, и тогда у меня будет самое лучшее место. Да, конечно, показывать билет нужно, но ведь не нужно на входе торопиться, ведь можно кого-нибудь обидеть, толкнуть. Конечно, и место твое написано в билете. Вот посмотри, как у меня. Ряд первый, а место 15-е. Вот, как? Ряд первый, место 15-е. Я поняла, а ты понял? Да, я все понял. А теперь можно уже пойти в зал? Как? Прямо в кепке? В гардеробе, в гардеробе, далеко прослежен ряд. Не в театре, здесь не моден, в шубах и пальто гулять. Вы в театре, здесь не моден, в шубах и пальто гулять.
одежду здесь. Заберешь одежду здесь. Заберешь одежду здесь. А после того, как сдал одежду в гардероб, можно пойти в зрительный зал? А ты знаешь, как сесть на свое место, если ты пришел уже не первый? Ну, а что тут знать-то? Сейчас. А, ну давай попроверим. Ой! Что? Что не так? Это неправильно. Почему? Ты должен сначала подойти, поздороваться. Здравствуйте. Спроси, а можно я пройду на твое место? Проходи. Спасибо большое. И пройти лицом к сидящим. Вот так. Извините, извините. Спасибо большое. Вот, молодец. Спасибо. Ну, здравствуйте, приехали. Ты что, перевоспитан, что ли? А почему бы и нет? Ладно. А как мне попасть в зал, если там все время темно? А я боюсь темноты. Когда зрители проходят, в зале всегда светло, а свет включают перед самым началом, чтобы все поняли, сейчас будет сказка. Поэтому ничего не бойся и смело сиди до самого антракта. Стой. Ух ты! Антракт! Это значит, я могу пойти в фойе посмотреть фотографии или, например, пойти в буфет. В буфет! Я люблю пирожные и мороженое, и столько всего. Я даже не знаю, что я вообще еще люблю. Вот поэтому... Ты сначала выбери то, что ты хочешь, а потом же вставай в очередь. И тогда добрая букетчица успеет всем раздать то, что они хотят. Ой, а я возьму, накуплю мороженого и пойду дальше в зал смотреть спектакль. Ты же сплачиваешь кресло или других зрителей. Ай, мне все равно, это качество. Но это же совсем неправильно, правильно, ребята? Да! Это правило, даже я знаю, вот. Посмотрим? Да! Потеряемся в фойе! Нет!
сказать и все при этом не мешать. Кто же это может быть? Мы от этих хором на спектакле говорить. Можно лишь актерам просим вас не забывать. Вещь давно известную, если будете скакать, бегать, прыгать и зевать, пропустите немало интересного. Ну а когда спектакль закончится, можно мне уже скорее пойти в кабину? А тебе сказка понравилась? Конечно, да. Тогда не торопись. Ну вот, сказка закончилась, но скоро занавес снова откроется, и ваши любимые актеры выйдут к вам на поклоны, и вы сможете дружно им поаплодировать, а может быть даже подарить им конфетку, цветочек, или обнять своего любимого актера. Но тебе же хочется! Ну да, хочется. Я подарю Забаве, например, шоколад. А я Бабе-Яге подарю большую-большую конфету. Но самый важный подарок для каждого артиста – это… Аплодисменты! Аплодисменты! Соня! Актеры тоже люди, какие живут на сцене. Любые люди любят, когда струны их тренят. Система нет подарков, но будет некрасиво. Актерам благодарность, любили дать спасибо. Для каждого актера не трудно постараться и подарить счастливый, не долгий дом, а спасибо вам большое! Теперь мы должны попасть на сказку точно! И мы будем себя там очень-очень хорошо вести. Что там? Дверь все равно закрыта. Точно! Я заколдовала дверь, а что же делать? Нам поможет добрая песенка! Ладно, а я пока вспомню, ну как же расколдовать эти двери? Thank you.